Всем привет! Привет! Добро пожаловать в Волокнопару! Добро пожаловать на пару! Всем доброе утро! Правда, утро. Сейчас 9:30. Я еще не проснулась. Но буду готовить завтрак. И сегодня на завтрак буду делать какие-то овсяные блинчики. Но дело в том, что кто нас давно смотрит, тоже знает, что мы не очень хорошо реагируем на блинчики, настоящие блины из муки. Ну, у нас просто не воспринимает желудок после операции. И я нашла рецепт, мы уже попробовали его, и нам очень понравилось. Они получаются такие... А я люблю оладушки, а блины вообще не люблю. И они такие оладушки получаются. Так что сейчас я вам покажу рецепт. Может быть, кто-то будет разнообразить свое меню. Пропорция следующая. 120 граммов овсяных хлопьев заливаю 100 миллилитрами, ну, у меня йогурт по рецепту, кефир. И вообще нужно 30 минут оставить в холодильнике, но я оставила на ночь. К этой массе добавляю 2 яйца. Меня спрашивали, зачем я кукурузную муку покупаю. Вот, кукурузную муку 30 граммов добавляю. Разрыхлитель 1/3 чайной ложки. И сахар по вкусу. Все смешиваю и выпекаю на заранее разогретой сковороде. Очень просто они ложкой формируются. Получаются такие густенькие. Басенька, ну что? Вот, перевернула. Вообще не разваливаются. Мне очень понравилось. Очень просто готовятся. К оладушкам я порезала фрукты. У меня киви, груша и персик. И арахисовая паста. Сейчас смешаю. А Аня не любит вот таким образом. Она будет отдельно есть арахисовую пасту и фрукты. Но я не делаю салат из фруктов. Я уже сказала, что ты не делаешь салат из фруктов. У меня вот панкейки вкусно, очень вкусно. Опять сейчас напишут, что много очень. Я аж поперхнулась. Но зато вкусно завтра. Зато вкусно завтра. Аня ушла, я ее проводила. Я сегодня себя очень плохо чувствую, и у меня ужасно паршивое настроение. Вот вам весь позитив. Еще батарейка села. Вообще сегодня не мой день. Я сегодня за что не возьмусь, что бы я ни делала, у меня что-то ничего не происходит. Звонки заканчиваются отрицательным каким-то образом. То человека нет на месте, то еще что-то. Вот, у меня работает стиральная машинка, и что-то я еще хотела вам сказать, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я пойду сейчас делать макияж, потому что он мне очень поднимает настроение. И я думаю, что сейчас полстраны в таком состоянии, так как у нас сегодня вечером начинается снег, и идти он будет, ну, по прогнозу, 4 дня. И все это, мне кажется, очень сильно сказывается на и душевном, и физическом состоянии. Ну что, краситься пошла. Все, я накрасилась. И пока я красилась, я смотрела сериал. Ой, я вообще не знаю, я в фокусе или нет. Я смотрела сериал. Ну, я одна без Ани смотрю некоторые сериалы отдельно. Называется он «Последний магнат». На айфоне я смотрю и крашусь. Кала Тунидзе какой-то. Я уже была сегодня на улице, я ходила сегодня на занятия по вождению. Но было не так холодно, особенно у нас вот в центре. У нас было теплее, чем вот там, где я занимаюсь. Но сейчас... Мы давно очень вместе не ходили в магазин. Да вообще на улицу, не только в магазин. В общем, ты же ходишь на занятия. Нет, я хожу в магазин. Я говорю, вместе мы вообще давно вместе, не выходили. Да. Не только в магазин. Вот, сейчас мы идем в Неспрессо, потому что у нас закончился кофе без кофеина. Да, у меня отмерзла рука. Отмерзла рука у меня.
Куда быстрее включайся. Я предусмотрительно одела перчатку. Кофе купили. Да, мы счастливые обладатели кофе без кофеина. 4 разных блендов. Мы взяли ристретто, арпеджио, лунго и вивальто лунго. Нет, какой-то лунго и вивальто. Нет, вивальто лунго и просто вивальто. В общем, не важно. Вот. Мы идем. Какой-то рыбы пахнет, да? А здесь везде кафешки. Куча кафешек. Конечно, отовсюду пахнет. По-моему, это картошкой. Нет, фри. А теперь снег пошел. Да, сегодня везде снег шел. Белые мухи. Причем у нас в центре везде трубы проложены. И снег сразу же тает, как только до тротуара доходит. А вот там, где я была, там сухо. Там просто ветер гоняет эти пылинки снежные туда-сюда. Очень прикольно. У кого еще прошел снег? У нас у кого-то уже давно лежит. Да, у кого-то давно лежит. У кого-то даже в Подмосковье лежит. У кого никогда не бывает снега. Порадуйте нас. Да. И любите ли вы снег? Вот я, честно говоря, спокойно бы без снега прожила. Сейчас посмотрим. Я думала, это для храма строят пристройку, а это магазин. Да, магазин одежды построили. 27, да. 20 км. Я спокойно без снега могу прожить. Мама, ты можешь спокойно без снега прожить? Могу запросто. Вот. Легко. Кто из вас может спокойно прожить без снега, а кто никак не может спокойно без снега жить? У нас на стенах домов, по-моему, с апреля по ноябрь висят репродукции картин. То есть музей в городе, можно ходить, наслаждаться искусством. И есть такое приложение специальное, там по... как он этот называется? Я не помню, QR-код, по-моему. Вот, по этому коду можно включать... и вас автоматически находят приложение, где вы находитесь, и про эту картину, про этого художника рассказывают в приложении. Я маме говорю, внутри Евроше нельзя снимать, а рядом-то можно. Да, мы в Евроше заходили, нюхали вот этот мандарин кедр у нас, новая коллекция, лимитированная появилась. Но я, честно, кедра не почувствовала. Я тоже. Там только мандарин. Так что брать мы не будем эту коллекцию. А вот то, что вы писали из Германии, у нас еще не появилось. О, Лаш. А вот в Лаше сейчас коллекция Хэллоуина. Сейчас я вам сниму эту витрину. Золотые. Да, вот эти тыквы у них каждый год. И нет, вот эти, по-моему, первый раз. Кошки? Кошки, да. А вот эти, по-моему, тоже каждый год. Но я, по-моему, ни одной из этих троих не брала. Может быть, тыкву в прошлом году, не помню. А, вот это я брала. Король Рождества, по-моему. Это привидение. А, привидение? Прикольно. Но я вам уже говорила, что в этом году я не буду ничего в Лаше набирать, потому что у меня еще остались бомбочки с прошлого года. Представляете? Ну, не две, одна осталась. Я маме говорю, давай погуляем. Позвоню, правильно, так холодно. Что-то уже холодно будет. Кстати, я вот так из никого перчатки не уже. Я в шерстяном пальто и в шерстяной... Это же капюшон надела. Холодно очень. Потому что холодно. Я же поняла, что надо шапку одевать все-таки. Уже реально мороз, солнце. Вы снега бежите, где снега не бывает. И уедем на свои адреса, пароль меня в чем-то. Да, мы, кстати, в автобусе едем. О, это кто? Это мэрия. Наша московская. О, совет. И мы сейчас доедем прямо до Елисеевского. Да, ну там еще где-то. Мы пришли в Елисеевский, а в Елисеевском уже Новый год. Так что я не одна такая. У нас с вами и с Елисеевским Новый год. Снова Новый год. Смотрите, какие клевые совы. Совы офигенные. Их две. И снеговик.
Да здесь уже целая елка стоит. С красивыми украшениями. Ой, интерьер. Красота. Да. Не, красивые, красивые. А у нас что-то в прозрачных колпачках. Смотрите, какая прелесть. Северный полюс. Какая красота. Здесь снеговик тоже. А здесь другой северный полюс. Даже красивый. И здесь тоже елка с игрушками. Но здесь сильно блестящие игрушки. Они, по-моему, в прошлом году примерно такие же тоже были. Это просто, по-моему, да, пластик с напылением. Ну, они, эти игрушки очень красиво смотрятся. Особенно мне нравится вот это, красное с золотом. Вот эти мне нравятся очень игрушки, статуэточки. Вот эта елка просто суперабл. И тут две стоит. Санта-Клаус в машине прикольный. Ну, а эти маленькие такие все. Очень прикольные игрушки. Мы все время забываем сказать... Напомнить, да? Вам, что в тот день, когда вы смотрите это видео, у нас состоится вечером в 21:00 по московскому времени. Прямой эфир в Инстаграме. Внизу ссылочка на наш Инстаграм-влог на пару есть. Мы дома. Давно. Мы выпили чай. Ой, кстати, я, пока вы будете сейчас разговаривать, я сейчас принесу вам чай, покажу, который нам понравился. О чем мы будем разговаривать? Ну, я не знаю, поговорите, о чем вы будете. Скажите мне что-нибудь, я вам отвечу. Я уже. Чай один мне очень понравился, а второй меньше. Мне меньше понравился банан-клубника. Вот такой чай. А ты уже показывала, когда покупала. Да, но все равно я еще раз покажу. Маме больше понравился вот этот лимонный бисквит. Да, очень вкусный. Вот, а мне понравился... Ой, а тут еще всякие есть. Какие? А мне вот этот понравился. Или да. Это тоже в пирамидках? Это тоже в пирамидках. Это банановый сплит. Я просто не завариваю чай, она всегда чай делает. А здесь еще есть... С гибискусом, клубникой и еще чем-то. Это вкусно. Есть зеленый чай с лимоном и мятой. Есть лайм с клубникой, по-моему. А может быть, земляникой. Тоже вкусно, наверное. Пина колада зеленый чай. Да, а можно их найти наверняка. Кто вообще любит тест? Напишите, пожалуйста. И какие? Или там Гринфилд. Мне, в принципе, нравится Гринфилд. Маме не очень нравится Гринфилд. И какие вкусы вы любите? Любите ли вы вообще ароматизированные чаи? И... Ой, и пока я это сейчас говорю, вчера мы не успели прочитать истории про животных. Я сегодня читала истории про животных. Такие классные истории. Мне очень понравились. Спасибо вам большое, что вы поделились ими. И прямо чувствуется, как вы любите животных, и как им хорошо в вашем доме живется. Да. Вот, так что будем ждать от вас про чай тоже. Интересности всякие. Чем чаем мы, чаем не чаем. Ну, я думаю, что чай у нас практически, ну, не буду говорить все, но большинство в нашей стране русскоязычного населения пьет чай. Чем не только русскоязычного. Не только русскоязычного. В общем, мне кажется, в нашей стране вообще все любят чай. Да. Ну, другой вопрос. Кто-то настоящий знаток, и прям вот только листовой чай любит, и какие-то специальные сорта покупают, ну, а остальные пьют, вот как мы в пакетиках. Мне просто раздражает листовой чай. Просто презирали бы меня за это. Мне просто листовой чай очень раздражает. Надо очень много всего делать. Как... Да. Ну, конечно, это не как в Японии и Китае традиции пить чай. Но все равно там надо и чайник заварить, потом этот чайник мыть надо. Если не чайником... Чайник нужно обварить. Да, обварить. Раньше папа всегда ставил
маленький чайничек заварной на кипящий большой чайник. И он там еще прогревался как-то, в общем, потом целая история. Надо этот чайник мыть, как я уже сказала. Если не в чайнике завариваете, а кладете в этот, ну, в ситечко, все равно ситечко становится вот такого чайного цвета. Все равно не так заваривается, что там 3 секунды подержишь, прополощешь так же, как пакетик, и все. Он же должен настояться. Да, так что, ну вот, кстати, если сравнивать обычные пакетики и пирамидки, мне пирамидки больше нравятся. Да? Угу, потому они что там как циркулируют. Такой капроновый, ткани какой-то непонятный. Мне так нравится. И там вот этот чай циркулирует, и прям видно, как он раскрывается, эти листочки чая, они такие, да. И вот этот чай, кстати говоря, мы пьем с сахаром. То есть прям вот с сахаром очень вкусно. Как такой компот получается. Да, как компот получается. Очень вкусно. Давайте, я, знаете, уже много месяцев хочу вам рассказать историю по поводу вот того, что, ну, иногда начинают говорить, какое правильное питание у вас или еще. Ну, в общем, ко всему, к нашему питанию, к тому, как мы выглядим, ко всему могут придраться в комментариях. Но больше всего меня, знаете, какой комментарий порадовал? Просто даже насмешил. Это не раз происходило уже, но принцип вы сейчас поймете. Месяцев 6 назад или 8 мама рассказывала про питание животных наших. И я назвала видео «План питания». И один человек написал, что, ну, мы не имеем права говорить про питание, там, ну, в общем, облили грязью нас как только могли. То есть вы поняли, что этот человек даже видео не смотрел. Просто посмотрел название и написал. И вот так происходит периодически. Так рождаются мифы, легенды, эти самые слухи и всякие домыслы. Да. Вот, слышит звон, не знает, где он. В огороде Бузинавки и Ведядька. Какие еще пословицы знаете на эту тему? И так бывает периодически. Я очень давно хотела с вами вот этим наблюдением поделиться. Вы когда смотрите... Аня, она очень-очень-очень внимательная в этом плане. И вот, ну, просто иногда я пропускаю все мимо ушей, мимо глаз, а она прям вот каждую такую мелочь замечает. Ну, я пытаюсь понять людей вокруг вообще-то, и не только вокруг, но и в комментариях тоже. Ну, вот видите, такое бывает. Напишите, замечали ли вы у других влогеров тоже, что вот человек просто как в лужу копытом что-нибудь написал? Что вообще вот, никак не совпадает. Третья пословица, как в лужу копытом. Вот. Будем от вас ждать комментарии про чай и про как в лужу копытом. А мы с вами обязательно увидимся. Мы благодарны. Благодарность. Благодарность. Я сегодня очень благодарна за прекрасный день. Мы погуляли, погулять успели. И я вот съездила на занятия. Мне сегодня очень понравилось занятие. Завтра я буду последнее упражнение изучать. Бокс. Парковка. Бокс. Я сегодня благодарна за то, что мне все-таки к концу дня стало лучше, настроение улучшилось. И я очень-очень рада, что мы с Анюткой погуляли, потому что давным-давно мы уже, я не знаю, сколько мы вдвоем не ходили никуда. Недели две или... Недели две, да. Хоть за ручки подержали. Ну, а мы с вами обязательно увидимся завтра. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. Желаю вам доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.